Ви плакали від образи, що замість сексу з вами Олег наймав повій. Да. Примерно так как? Не знаю. Воображение. В этом мнительность. Це... Правда. Как вот... У меня нет слов. Ну, иными словами, просто она так считает. Звідки в неї такі думки? Я не знаю. Может быть, потому что у меня там, ну, там есть знакомые, работающие в этой области, скажем так. И я не обрываю с ними связи, но это связи, знаете, из разряда написать что-то в Viber. А что можно повії написать в Viber? Вот просто цікаво. Ну вот было такое, что мне позвонила и попросила, слушай, а закажи нам пиццу. Я как бы не привык людей посылать, да, я этого никогда не делаю, я не об этом уже говорил. То вы заказала пиццу? Нет, я не заказал пиццу, я отправил ей телефон пиццерии в ответ. Она сама не могла найти в интернете? А я не знаю почему. Для меня это тоже было удивительным, собственно, поэтому я и так и ответил. А які у вас є підстави для того, аби підозрювати Олега в тому, що він замість сексу з вами займається сексом з повіями? Це ви бачили це на власні очі? В Вайбері у нього переписка є. Тетенька бросає йому обнаженную себе, знаходясь в турецькому отелі. І пише, я скучаю, приїдь, забери мене з аеропорту, і він їде. Действительно, я встретил ее с ее молодым человеком, и я их отвез. Так, а чему у вас это? Ну, просто мне нечем было заняться. Ну, по всей видимости, нам придется полностью прекратить общение там, с определенным кругом людей. Вы на це готовы? Да. А вы верите, что Олег це зробить, Ганно? Нет, не верю. Я не верю, потому что это, ну, не один раз было сказано за весь этот период. Ви чесно відповіли на 5 питань другого блоку і отримуєте 15 тисяч гривень. В третьому блоці 4 питання і сума виграшу становить 25 тисяч гривень.